Кадровый голод в здравоохранении Островного стал центральной темой встречи губернатора Марины Ковтун с главой администрации муниципалитета Светланой Богдановой. С ее слов, медиков, к сожалению, не привлекает перспектива жить и работать в отдаленке. Сейчас не заняты ставки хирурга, гинеколога, окулиста, невропатолога. Не хватает среднего персонала. Для привлечения специалистов ЗАТО много пустующего муниципального жилья. Для улучшения медицинского обслуживания жителей Островного Марина Ковтун предложила использовать возможности проекта «Пояс здоровья». Формировать бригады в рамках нашего поезда здоровья. Эта практика хорошая, она уже себя проявила, и очень хорошо люди реагируют, когда в отдаленку приезжает поезд здоровья, укомплектованный специалистами. Ну, пусть это будет там условно раз в месяц или раз в полгода. Даже проще упрощается здесь задача. Раз в квартал. На 2 дня. Потому что сейчас у нас была комиссия по призывная. И они оказали услугу населению. За 2 дня все желающие прошли нужных специалистов. Вот в этом направлении я дам уже поручение, уже дала это поручение Министерству здравоохранения.